Сегодня я хочу вам рассказать об очень экзотическом растении – лотос. Только не путайте с лотосом. Родина растения – Южная Мексика. Но оно прижилось у нас и чудесно чувствует себя на верандах, на различных выездных зонах, не боится сквозняков, не боится перелива и засухи. То есть растение, которое нас радует весь сезон. Осенью его нужно занести в дом и сохранить до весны. В весенне-летнее время оно цветет прекрасно. Это растение семейства бобовых, поэтому и цветок у него напоминает раскрытый боб. Ярко-оранжевые, пурпурные цветы наполняют нежными, транспарентными ветками и дарят нам много эстетического наслаждения. Красивое, неприхотливое растение. Сезонность у растения есть явная. То есть в весенне-летнее время мы его активно подкармливаем, поливаем и даем возможность дышать свежим воздухом. В это время раз в две недели мы вносим любое удобрение для цветущих, либо же универсальное на протяжении всего весенне-осеннего периода. В зимнее время лучше всего его обрезать, дать ему отдохнуть и уже в апреле месяце вынести на балкон, на лоджию, на веранду и пересадить, либо дать ему активную подкормку для того, чтобы прошла хорошая активная вегетация. Растение, которое я вам советую, это фонтан удовольствия, наслаждения и радости круглый год.